Привет, я не знаю, что это. Я Юля, канал Юля Кает. И это видео на конкурс от купиребенка.space для новых животных, для наших мордяшек или для Ever After High. Ну, я делаю для нашей мордяшки, для какой вы узнаете попозже. Сначала я вам расскажу про самого животного, как его зовут, а потом анкета. И я еще додумала чуть-чуть и сделала небольшую выдержку из дневника того персонажа, кому этот замечательный, просто не знаю, замечательное животное принадлежит, и что она о нем думает, и как она описывает его, и что, ну, потом попозже все узнаем. Итак, это такая собачка по имени Позитивчик. Так, у него глазки, как не глазки, а пуговички, у него розовенький носик, коричневые ушки, про которые в анкете говорится, что он любит ими махать, и ему это достает большого удовольствия. Дальше, вот он такой вот сидит, и у него тоже коричневые лапки. То есть вот так вот он может сидеть. Так, сзади у него на головке розовый шов, идящий вниз, и на спинке тоже. От лапки до лапки. Такой шов. Все вышивала сама. Да, мне не помогал. Вот. Такое вот замечательное животное. Это собачка по имени Позитивчик. Итак, сейчас я вам покажу саму анкету. Анкета по его имени Позитивчик. Я за что она будет сразу позитивная. Она вся яркая, так как по моей истории сам Позитивчик решил ее украсить, ну, сам для себя. И вот так вот эта анкета выглядит. Она вся в разных цветах. Сверху написано Позитивчик. И розовая блестящая какая-то полоса на нем. Простите, это телефон. Помешал мне. Здесь розочка. Это стимул того, той героини, для кого этот персонаж придуман. Я думаю, вы уже некоторые догадываются. Сбоку много разных якобы красок, как будто он своей лапой их просто так размазал, размазюкал. И той же самой рыжей краской он поставил отпечаток лапки своей. Ну, конечно, мне получилось не очень похоже, но это как бы отпечаток лапки. Так, здесь розочка. По бокам. То есть, как я и говорила, разные цвета красок, и я не знаю, что он там использовал. И сверху завитушки. На самом деле это зубная помада детская. Так как она у меня еще есть, я решила ее использовать, чтобы не тратить даром. Но мне кажется, получилось позитивно, ярко и красиво. Итак. Внутри анкеты, не примечательно, не просто все расписано. Итак, сейчас я сначала прочитаю анкету самого Позитивчика и потом выдержку из дневника по иронии. Итак, анкета Позитивчик. Порода «Щедрая душа». Похоже на шоколадку, щедрая душа. Но мне просто кажется, что вот Позитивчик и щедрая душа, то что он добрый. Ну, вот такое вот позитивное настроение у меня. Особенность. Он может развеселить даже тогда, когда не весело. Ну, то есть, если по моей истории, что его хозяйка, когда ей грустно, когда она не может себя развеселить, когда она не может вести созвониться, он приходит и ее просто веселит, и ей как бы, когда даже не хочется смеяться, ей
смешно и весело. Дальше. Характер. Эта порода собак вечно добрая и веселая. Ну, то есть порода собак вечно добрая, я даже не знаю, как просто это объяснить. Дальше. Любимая еда. Я даже не знаю, может ли на реально собака есть то, что я сказала. Ну, первая, скорее всего, может, а вот остальная, не знаю. Ну, так, любимая еда. Свежие листья. Мой позитивчик просто обожает. По моей истории, позитивчик просто обожает свежие листья цветов. Малиново-клубничное мороженое. Просто малиново-клубничное мороженое, это я понимаю. Некоторые собаки могут есть мороженое. Так же, как и курицы. Ну, курицы, это понятно, курицы все собаки едят. Там, я не знаю, просто. Никогда у самой собаки не было. Тем не менее. А свежие листья цветов, это просто... Дальше. Следующий. Хозяин. Наконец-то мы дошли до хозяина. Кто же обладает этим счастливым и позитивным героем? Обладательница этого позитивчика. Да-да-да-да. Это Венера. Так как Венера мне очень нравится, я думаю, позитивчик ей подойдет и, ну, будет радовать ее, что ли. Не зря же он лопает свежие листья цветов. Любимый, как сказать, то, что он пьет, то, что он любит пить. Вы удивитесь, но его любимая вода или все, так сказать, это роса. Да, я просто, я не знаю, у меня такое в голове творилось, поэтому я придумываю, получилось прикольно. Вообще, собачку я вытворяла по своей, так, по себе, потому что я слышу, что я сама веселая. Видите, друзья всегда вот там ничего не сказали, ха-ха-ха-ха, как смешно. Поэтому я решила сделать собачку веселую, а не грустную. Дальше. Магическая способность. Моя, так, мой позитивчик Венера может обладать таким же, такой же, вполне, почти такой же способностью, как и Венера. Он может уговаривать людей своей магией, как я не знаю, там, допустим, банки на переработку. Или, допустим, дать ему какую-то вкусность или еще что-то. Поиграться с ним, но, к сожалению, это все может продлиться в день всего лишь только два мозга. Он может говорить один день. Утром и вечером. Дальше. Недостаток. Ну, он, как я решила, что он очень веселый, иногда это надоедает Венере. То есть, иногда, когда я вообще вот очень грустно, я не знаю, или вообще не весело, или ей не хочется веселиться, а он мне бесит, ей он надоедает. Итак, лучшие друзья, позитивчик любят все, потому что он позитивный, вот, собака может что-то. Дальше. Вик. Дорогой дневник, так, 29.01. Как раз я выбрала этот же день, который я сегодня снимаю, 29.01. Итак, пишет сама Венера в своем дневнике. Дорогой дневник, сегодня я хочу рассказать про своего питомца. Его зовут Позитивчик. Я думаю, вы догадались, почему его зовут Позитивчик. Он веселый, позитивный и классный. Его характер, я даже не могу его описать, но я знаю точно, что у него нет плохой стороны, а есть только хорошая. Вот, например, когда я рассказываю монстрам, простите,
Вот, например, когда я рассказываю монстрам про экологию, и, ну, то есть, ну, даже не знаю, как вот Венера, вот, да, и убеждаю бросать банки на переработку, он миленько начинает махать своим хвостиком. А также он обожает малиново-клубничное мороженое, нектар и свежие листья цветов. Ну, нектар это у него как бы по праздникам он ест. Вот такая вот история моего позитивчика. Ну, поначалу история, конечно, как бы я думала, что Венера от скуки создала себе такого питомца и решила назвать его позитивчиком. И после отдала его, как сказать, Фрэнке, чтобы она его оживила с помощью своей, заряженности, молнии, не знаю, как это писать, чем она владеет. Ну, и то есть после этого он ожил и, так сказать, превратился в настоящего питомца. Венера была очень счастлива, и вот так вот она создала для себя маленького позитивчика. Итак, вот эта анкета, еще раз показываю. Так выглядит анкета. И вот так выглядит позитивчик. Немножко еще раз покажу вид, чтобы, как сказать, вы не забыли. Итак, у него глазки, как пуговички, розовый носик. Ушки коричневые, сам он бежевый, коричневые лапки внизу, на головке шов и на спине шов. Вот такой. Вот так все это вместе выглядит. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Еще раз повторяю, это видео на конкурс купи ребенку. Спрей. Всем пока, всем удачи в конкурсе.